Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина, и я рада вас приветствовать на своем канале. Если вы не подписаны еще на мой канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения. Я думаю, на моем канале вам будет интересно. А еще я хочу вас пригласить на мой второй канал, который называется «Елена Ермина Бьюти». Все ссылочки вы найдете в описании под этим видео, а также во всплывающей подсказке. Канал для женщин. Проходите, подписывайтесь, я буду очень рада. На просторах интернета я нашла замечательную модель кофточки. Кофточка связана крючком, смотрится эффектно, красиво, ярко. И подойдет она абсолютно для любой девушки, женщины. Кофточка связана сверху вниз с круглой кокеткой. И также имеется у кофточки небольшой рукав, который можно при желании удлинить, либо наоборот связать покороче. Все схемы вы найдете в конце видео. Также можно сделать скриншот с экрана и распечатать их. Схемы не очень хорошего качества, особенно кокетки, но это все, что мне удалось найти. И я с радостью ими делюсь с вами. Сейчас мы будем с вами разбирать и учиться вязать основной узор кофточки. Данным узором связано тело кофточки, и мы с вами будем вязать узор прямыми обратными рядами. А как вяжется узор по кругу, вы можете посмотреть схему. Схема в конце видео. Вязать я буду из пряжи крапивна от торговой марки Пехорка. Обзор на пряжу я уже делала в предыдущем видео. Ссылочку на видеообзор и распаковку я вам оставлю во всплывающих подсказке, также в описании под этим видео. Пряжу я заказываю в интернет-магазине Пасма. Также у меня есть промокод на скидку. Можете его скопировать и воспользоваться скидочкой в интернет-магазине Пасма. Ссылку на промокод вы также найдете в описании под этим видео. Это 100% крапива состав, метраж 250 метров в 50 граммах. Пряжа для ручного вязания, летняя серия. И мы из этой пряжи с вами уже вязали узор для красивого летнего топа. Также ссылочку на этот топ я оставлю вам в описании под этим видео и во всплывающих подсказке. Может быть, вам захочется его связать. Крючок для вязания у меня номер 2, Clover Soft Touch. Страна производства Япония. Набрала цепочку из 21 воздушной петельки. И сейчас мы будем с вами вязать первый ряд узора. Одна воздушная петелька. Отсчитываем 1, 2. Во вторую петельку цепочки провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. Отсчитываю цепочки 1, 2, 3, 4 петельки. И в основании 5 петельки провязываем 3 столбика с одним накидом с общим основанием. Первый, второй и третий столбик с одним накидом. 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. Отсчитываю 1, 2, 3, 4 петельки цепочки. В пятую петельку провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. Отсчитываю 1, 2, 3, 4 петельки. В пятую петельку провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. Отсчитываю 1, 2, 3, 4 петельки. В пятую петельку провязываем 1 столбик без накида. Связали с вами первый ряд узора. Раппорт у нас состоит из 10 петель в ширину
и 6 рядов в высоту. Я вам буду показывать, как вяжется с 1 по 7 ряд. 7 ряд это будет переход от 1 раппорта ко 2. И давайте посмотрим, от какой петельки у нас начинается раппорт. Начало раппорта у нас в данном случае будет петелька, в которую мы вязали с вами 3 столбика с одним накидом. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, так, и 10. Вот 10-я петелька – это окончание раппорта. То есть от веерочка до веерочка – это у нас отрезок. Состоит из 10 петель и 1 раппорт. В 1 раппорт входит 3 столбика с одним накидом с общим основанием и 2 арочки цепочки. Вот первая арочка, вторая арочка. Это основа одного раппорта. Мы вяжем с вами 2 раппорта в ширину и будем вязать 1 раппорт в высоту. Приступаем к вязанию второго ряда. Это у нас будет изнаночная сторона узора. Набираю цепочку 1, 2, 3 петельки подъема и еще 3 петельки. Вот набираю 4, 5, 6. Это петельки узора. Разворачиваю вязание на другую сторону. И в вершину вот этого первого столбика с одним накидом вяжем 3 столбика с одним накидом. В вершину второго столбика провязываем 1 столбик с одним накидом, по счету это 4. И в вершину третьего столбика с одним накидом предыдущего ряда вяжем 3 столбика с одним накидом с общим основанием. И давайте посчитаем, сколько всего у нас столбиков получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков с одним накидом. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Вершину столбика без накида. Прокалываем ее. Провязываем 1 столбик с одним накидом. 1, 2, 3 воздушных петельки цепочка. И повторяем вязать вот этот элемент. Вершину первого столбика с одним накидом провязываем 3 столбика с одним накидом. Вершину второго столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом, по счету 4. И вершину третьего столбика провязываем еще 3 столбика с одним накидом. У нас должно быть связано 7 столбиков с одним накидом. Заканчиваем вязать ряд. Набираю цепочку 1, 2, 3 воздушных петельки. И в вершину столбика без накида провязываю 1 столбик с одним накидом. Все, связали с вами 2 ряда узора. Приступаем к вязанию третьего ряда. Набираю цепочку 1, 2, 3, 4 петельки. Разворачиваю вязание на другую сторону. В вершину первого столбика мы вяжем 3 столбика с одним накидом с общим основанием. Основание это у нас вершина первого столбика с одним накидом предыдущего ряда. В вершину второго столбика мы провязываем 1 столбик с одним накидом. В вершину третьего столбика мы провязываем 1 столбик с одним накидом. В вершину четвертого мы провязываем 1 столбик с одним накидом. В вершину пятого столбика мы провязываем 1 столбик с одним накидом. В вершину шестого столбика мы провязываем 1 столбик с одним накидом. В вершину седьмого столбика мы вяжем 3 столбика с одним накидом.
Раз, два и три. И давайте посчитаем общее количество столбиков. Сколько у нас получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Всего связали 11 столбиков с одним накидом. Набираю цепочку из двух воздушных петелек. Раз, два. И вершину вот этого первого столбика с одним накидом мы вяжем с вами 3 столбика с одним накидом. Далее в каждую вершину мы вяжем по одному столбику с одним накидом, за исключением седьмого столбика. В седьмой столбик мы должны провязать 3 столбика с одним накидом. Так, все, провязали по одному столбику с одним накидом. И вот вершину седьмого столбика мы опять с вами вяжем 3 столбика с одним накидом с общим основанием. Основание – это вершина седьмого столбика с одним накидом предыдущего ряда. Все, связали 11 столбиков с одним накидом. И заканчиваем вязать ряд. Одна воздушная петелька и отсчитываю от цепочки 1, 2, 3. В третью петельку подъема провязываю 1 столбик с одним накидом. Все, мы сейчас с вами связали 1, 2, 3, 3 ряда узора. Сейчас мы будем эти же 3 ряда вязать аналогичным образом, только в шахматном порядке. У нас будет располагаться узор в шахматном порядке. Приступаем к вязанию четвертого ряда. Набираю цепочку 1, 2, 3. Воздушных петельки разворачиваю вязание на другую сторону и в вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. Отсчитываю 1, 2, 3 столбика, 4, 5 и в вершину 6 мы вяжем с вами 1 столбик без накида. Набираю цепочку 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. Далее, там, где у нас была связана цепочка из 2 воздушных петелек, мы вяжем с вами веерочек, состоящий из 3 столбиков с одним накидом. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. Отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5. Вершину 6 столбика провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. И далее вот здесь отсчитываю 1, 2, 3. Третью петельку подъема в основании третьей петельки провязываем 2 столбика с одним накидом с общим основанием. Основание — это третья петелька подъема. Все, связали с вами 4 ряда узора. Приступаем к вязанию пятого ряда. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание на другую сторону. И вершину 2 столбика с одним накидом вяжем 3 столбика с одним накидом. Всего с учетом 3 петелек подъема у нас с вами связано 1, 2, 3, 4. 4 столбика с одним накидом. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Вершину столбика без накида провязываю 1 столбик с одним накидом. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3.
вершину вот этого первого столбика с одним накидом, провязываю 3 столбика с одним накидом. Вершину второго столбика провязываю 1 столбик с одним накидом. Вершину третьего столбика вяжем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Всего у нас получилось 7 столбиков с одним накидом. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. Раз, два, три. И вершину столбика без накида провязываем 1 столбик с одним накидом. Набираю цепочку. Раз, два, три. 3 воздушных петельки. Вершину столбика с одним накидом провязываю 3 столбика с одним накидом. В третью петельку цепочки провязываю 4-й по счету столбик с одним накидом. Все, связали с вами 5 рядов. Сейчас будем вязать заключительный ряд. Это 6-й ряд. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. Раз, два, три. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину второго столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом. Вершину третьего провязываю 1 столбик с одним накидом. Вершину четвертого провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. С учетом 3 петелек подъема у нас с вами связано. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 столбиков с одним накидом. Набираю цепочку из 2 воздушных петелек. И вершину первого столбика с одним накидом провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Далее со 2 по 6 столбик вяжем в каждую вершину по 1 столбику с одним накидом. Вершину 7 столбика вяжем 3 столбика с одним накидом с общим основанием. И давайте проверим, сколько столбиков у нас с вами получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Связали 11 столбиков с одним накидом. 2 воздушных петельки. И в вершину первого столбика вяжем 3 столбика с одним накидом с общим основанием. Вершину второго столбика мы вяжем по счету 4 столбик с одним накидом. Вершину третьего мы вяжем по счету 5 столбик с одним накидом, а в третью петельку подъема мы провязываем по счету 6 столбик с одним накидом. Все, связали с вами 6 рядов. Значит, смотрите, раппорт в ширину у нас состоит из 10 петель, а высоту у нас раппорт состоит из 6 рядов. Вот мы сейчас с вами связали 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Смотрите, какой красивый узор получается. Чем тоньше пряжа, тем красивее и ажурнее узор будет у вас. И основа раппорта в ширину, это входит сюда вот такой вот треугольник. И вот такой треугольник, в котором смотрится он как листик. Это у нас один раппорт. То есть листик и треугольник, это основа одного раппорта в ширину.
Сейчас я вам покажу, каким образом перейти и продолжить вязать уже второй раппорт в высоту. Второй раппорт, седьмой ряд, начало раппорта, вяжется по принципу вязания первого ряда. Мы сейчас с вами свяжем седьмой ряд. Далее вы перематываете видео и восьмой ряд будете вязать по принципу вязания второго ряда. Девятый ряд по принципу вязания третьего и так далее. Все время повторяете узор со второго по седьмой ряд. Идет повторение узора. И вяжите по моему видеоуроку со второго по седьмой ряд. Приступаем к вязанию седьмого ряда. Одна воздушная петелька подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. И в вершину столбика с одним накидом провязываю один столбик без накида. Провязываю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. В арочку цепочки из 2 петель вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. Пропускаю 1, 2, 3, 4, 5. Вершину 6 столбика вяжем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. В арочку цепочки из 2 петель провязываю веерочек. Веерочек у нас состоит из 3 столбиков с одним накидом. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. И в третью петельку подъема. 1, 2, 3. Провязываю 1 столбик без накида. Все, связали с вами 7 рядов узора. Давайте посмотрим. Вот 7 ряд у нас был связан по лицевой стороне. Вот таким образом выглядит лицевая сторона узора. И изнаночная сторона узора. Узор можно связать поворотными рядами, а также по кругу. Данная модель кофточки связана по кругу сверху вниз. Начинается вязание от кокетки. Схему вязания кокетки я оставила в конце видео. Давайте измерим образец. У нас было с вами набрано 21 воздушная петелька. Ширина образца 7 сантиметров. Высота 7 рядов 5,5 сантиметров. Пряжа у меня 100% крапива. Метраж 250 метров в 50 граммах. Ссылочку на пряжу и на видеообзор я оставлю в описании под этим видео. И также вы можете скопировать мой промокод на скидку, чтобы сэкономить на покупке. Цвет 74 крокус. Вязала я вот по этой мини-версии схемы. Тоже она будет прикреплена по ходу просмотра вязания. И хочу вам здесь показать на схеме место соединения начала вязания ряда и окончания вязания ряда. Вот здесь на схеме можно посмотреть, каким образом соединить вязание в круг и вязать узор по кругу. Вот эта схема, она тоже есть в конце видео, так что можете ею воспользоваться и связать узор по кругу. А я с вами не прощаюсь. Встречаемся завтра на моем канале. Буду вам показывать новый видеоурок, новый мастер-класс. Легких вам петелек, хорошего настроения, здоровья и творческих успехов. С вами была Елена Ермина. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Жду вас каждый день. Заходите ко мне в гости.